внимание населению района. Для проверки системы оповещения населения 9 апреля 2014 года в 11 часов 40 минут местного времени в населенных пунктах района будет подан сигнал оповещения «Внимание всем» электрическими и автомобильными сиренами, а также рындами. В период проведения технической проверки средств оповещения соблюдайте спокойствие. Помните, прерывистое звучание сирен является предупредительным сигналом о возможных опасностях мирного и военного времени. Услышав сигнал оповещения «Внимание всем», включите телевизионные приемники канал «Россия-1» или радиовещание канал «Восток России» и прослушайте информацию по обеспечению собственной безопасности и о правилах поведения в условиях угроз и возникших опасностей. Помните, сообщение является официальной информацией.